Привет всем! Вы на канале Beer и Game. А мы сегодня поиграем с вами в игру «Зловещие мертвецы. Регенерация». Продолжаем игру. И мы остановились на боссе. 8.01. Давай, продолжай. Да, мы остановились на боссе. У нас там на Адольфе этом каком-то непонятном зубоскале. Какая-то у нас лягушка появилась там, да. Жаба. Вот такая вот. Ой. И мы, в общем, решили вас не мучить тут прохождениями десятиразовыми. Так, разобрались, да. Прошлую серию мы намучились. И теперь мы разобрались, как его убивать. В общем, смотрите, система такая. Система такая. Он втыкает вот эту свою фигню в землю. Ой, и что-то рыгает там, да. И после этого... Надо подойти Эшем и долбануть его, вот этот хвостик, бензопилой. После того, как мы ударяем его бензопилой, он начинает кричать. Открывает Ого-го. Рот. Так, да. Открывает рот. Блин, прям в задницу. А это единственное место, которое у него уязвимо, потому что оно не бронировано. И за счет этого... за счет этого всего у нас как бы... Идет какой-то вот у нас результат, так сказать. Вот видите, мы уже у него половину жизни вот отобрали. Половину жизни вот. Дольфо, зубоскал. Да, вот. И надо, кстати, уворачиваться от него. Он там крутит хвостом этим. Нам надо энергии набрать. Мы, я говорю, мы просто в прошлой серии очень долго... Гасили его. Очень долго, да. Мы почти всю серию, как вам еще не надоело это смотреть. Адольфо. Тоже. Ну, но, правда, вот мы разобрались и... Давай, втыкай свою фигню. Вот. Вот, давай, давай. Беги. Стреляй. Промахнулся. Промахнулся, да. На, засосни. Смотрите, оп, видите, у него сколько жизни отнимается сразу же. Сразу же, очень много. Он сразу звереет, кидает Эша, сразу бесится, хвостом бьет. Вот вы видите все, что происходит. Сейчас опять будет. Блин, если мы его сейчас загасим вообще. Так. Пасть ему прям. Бум! Так уж это не сработало. Все, сдох. Сдох, Адольф, зубоскал, челюсть без глаз. Так, да, да, все-таки получилось у нас. Ну, что там, ребятки скажут нам? Ну, рыгни хоть. Сейчас Сэма убьют, как всегда. У Сэма перстень. Ага. Цепочка. Я же сказал, что рыгнет. Ты обрубок, закрой портал. Уже. А, это дух вселяет. Опа, а что у него? То, что доктору Райнхарту не удалось завершить, информация, которая нужна ему в моем дневнике, оно включает в себя человеческое жертвоприношение. Пройдет совсем мало времени, и он догадается. Салли. Сила исходит от канала между двумя мирами. Миром живых и миром мертвых. Живых... И мертвых. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, разумеется. Сколько смертей. Готовься. В общем, да, девушку они сейчас будут использовать для в качестве жертвоприношения. Книгу надо мертвого и живого. Где мы сейчас? Где мы сейчас? Куда мы сейчас попадем, интересно? Так, двигаются главный герой у нас. Сэм лезет куда-то. Терминатор мелкий. Да. Прямо как курорт для всяких злобных тварей.
Ой-ой. Ладно, поделись со мной предчувствием. Ты уверен, что следующий портал в той стороне? Без сомнения. Тогда затяни покрепче шнурки, коротышка. Мы идем внутрь. А, это он его спародировал тогда. Последний портал в этой стороне. Мы должны пройти здесь. Единственная возможность... Попробуй стрельнуть ракету. Внутри. Которая у тебя вот это... Ничего не работает. Ну, значит, нам не как сюда. Как-то ее открыть можно. Понять бы как. Понять бы как. Так. Может, Сэма туда как-нибудь... Ну и какой у тебя гениальный план, чтобы запалить ту комнату? По воде он может, сейчас да, будем думать. А, вот, наверное. А, ну вот, пропили, прострели, что-нибудь сделай. Так. Давай там, где ты там? Что это было? Опять? Блин. Так, как, какой-то у нас там дракон, что ли, крыльями машет? Кто-то машет крыльями. Ух. Что-то жрет, что ли? Сразу второй босс, что ли? Так нечестно. Какой-то упырь вообще не... Джиперс криперс. Хочешь схлопотать? Это было круто. Ой, а, это те наши бабочки, только они какие-то измененные, походу, были. Сэм там еще 500 раз. Ой, давай, давай. Мочи, мочи. А, тут у нас еще и мертвяки появились. Ко всему вдобавок. Вон они, гады. Еще и стреляют. Так, осторожно. У них лопаты. Ну. Так, что-то с Сэмом происходит. Кнопки не работали. Какой? Первое, да? Угу. По-моему, первое, да. Кнопки не работали. Так, болото вроде, да? А, мы сейчас в болоте, смотри, там. Болотный какой-то уровень у нас. В этой стороне мы должны пройти здесь. Единственная возможность взорвать эти двери изнутри. А ты попробуй сюда их отгонять по одной штучке. Я вот здесь и буду стоять, да. То есть кнопки заклинило, я ничего не мог делать почему-то. Может, ты много сразу нажал? Не, надо, чтобы заставка пошла, потом убежать. Понятно, и заставку все видел уже. Чего-то он там ел, что ли, или зубами зацепился за эту решетку, непонятно. Кнопки не работают. А что работает? Ничего не работает. Так, Эша разозлили. Все, вот сейчас начнется война. Вот это самое плохое, когда не стреляют. А сюда они, похоже, не... И у Эша тоже музычка такая веселенькая. Почему-то там кнопки не работают. Походу, сюда надо будет ползти. Угадай, кому. Готовься. Так, и тут смолкло, да? Я так понимаю. Почему все смолкло? Ты все... Сейчас я обману этого угрюмого небольшим приемом.
Мы волнуемся, все сопереживаем. Все вместе. Вон там этот стоит. Не знаю, как его еще назвать. Помягче. Никто не смеет противостоять. Смеет. Мы смеем противостоять. Да, то есть тут что-то с управлением было. Почему-то блокируется управление. Может быть, они блокируют, Эш? Последний портал в этой стороне. Мы должны пройти здесь. Единственная возможность взорвать эти двери изнутри. Так, здесь надо где-то встать будет. Где бы нам встать? Надо вот здесь, да? Нет, то есть кнопки не жмутся, чтобы прекратить это. Надо ждать, пока этот... Чё там он жрёт? Какую-то фигню. Это какой-то измененный, видите? Это вот эта бабочка, только она какая-то измененная. А на болотах вообще здесь... Да, лучше убегай отсюда подальше. Вон они как стреляют-то, а? Сам там уже десятый раз подох. Вот эти птицы самые поганые, если честно. Да что тут происходит? Не так легко, да, все. Босса было легче пройти, этого таракана, да? Как он там, лягушка эта. Босса было легче пройти, чем вот этих вот. Они стреляют все время, они все время стреляют в тебя. Последний портал в этой стороне. Мы должны пойти здесь. Может быть, тебе оружие взять более удобное? Я сейчас попробую. Он вроде и перезаряжает, перезаряжает его быстро. Угу. Назад, тебе не надо поворачиваться. Блин, что с управлением-то? Управление не работает. Все, оно не работает. Может быть, нельзя на болотах ходить, поэтому управление не работает? Потому что ты на болоте стоишь? Да, вот так, давай. На болоте там, видимо, опасно стоять, давай. Готов. А еще один, да, остался. Стоял там, стрелял в нас. Так, чуть-чуть жизни восстановили. Вон там еще лопаточники эти. На болотах очень опасно, видишь? Угу. Поэтому на... Сэм к ноге прилип. Он его там машет, смотри. Вот там наверху стоит еще упырек один. Прицелиться никак? Не хочет. Ты что, не видишь его что ли? Стягивай его, а то он в тебя будет стрелять. Вот так, да, вот так ему. Стоит там, блин, спецназ. Ой, толстяки, только не толстяки.
Теперь я официально твой папа. Да. Что-то они нам ничего не дают. Да, набирай, набирай. Что-то возможно, бери, он большая какая женька. Еще есть что-нибудь? Смотри, побегай тут кругаля. Можно ведь как-то открыть дверь? Можно как-то где-то, наверное. Где-то можно будет. Что это было? Вот это не ящики или что это? Или это просто выставка? А нам там сохранить нельзя. А да? Сзади что будет? А нам... Закрыто. Ну, тут закрыто, ну. В общем-то, да, нам сюда. А сохранение и так, и там и так его нет. Обход пустой траты времени? И что делать нам? Спускайся вниз, наверное, надо в другой место. Тогда попробуем еще один какой-нибудь ход найти. Значит, здесь... О! Ох ты, отлично. Так, а я вот я тебе и говорю, повернись, а ты что-то не повернулся. Mm-hmm. Это у нас сохраняшка. Сохраняшка очень кстати у нас. Потому что уже место было сложное, мы его прошли только с третьего, да, по-моему, или четвертого раза. Походу надо идти обратно, и то, чтобы товарищ сам что-то делал, да. Эш, если соберешься когда-нибудь вынуть свою голову из задницы, я рядом. Шутки в сторону, мелкие. Так, какие-то звуки начались. Звуки, звуки, звуки. Подожди. Открыть дверь можно, но надо понять как. Ну явно сюда можно прицелиться, да? Да. Отличный бросок, идиот! Почему бы не попробовать что-нибудь горящее? Горящее, он тебе говорит. Он тебе подсказывает. А что у нас горящее есть? Горящее? Не знаю, вот эти, наверное, которые взрываются, может. Хотя Сэм что-то стоит там, примеряет себя уж. Горящее, что у тебя есть? Ты собираешься поджечь комнату. Подожди, а что там, смотри, значок какой-то нарисован. Человечек горящий, да, походу? Может, Сэму кинуть и взорвать надо или что-нибудь такого? Да, правильно. Продолжай злить меня вместо того, чтобы искать способ запалить этот косяк. Тут везде, смотри, что-то огнеопасно, огнеопасно, смотри. Ну и какой у тебя гениальный план, чтобы запалить ту комнату? Отсюда мы пришли, понятно. Какой гениальный план может быть? Чем еще можно поджечь? У нас интересно, есть что-нибудь поджигать? Как бросание туда меня связано с возможностью взорвать это место. Я вроде не горючий. Ребят, да, на этом заканчиваем, да, серию. Да, закончим серию выпуска. Разберемся, что да как. Подписывайтесь к нам на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Пока!